Всем привет, дорогие друзья, с вами Марс, мы продолжаем проходить Skyrim, гильдии. Сегодня у нас начинается прохождение гильдии магов. Что ж, наслаждайтесь. Ох уж этот чертов скайримский холод. Отец сказал, тут есть где-то гильдия магов. После того несчастного случая с караваном. Я думал, что умру. Но мой отец всегда был мудрым человеком. Он сказал, что много лет назад он бывал в Скайриме. И знал, что делать с моей напастью. Спасибо ему за то, что научил меня контролировать этот дар. Или это проклятие. Он научил меня всему. Как выживать. Как жить. Как добывать себе пищу. Он дал мне амулет. Сказал найти Савоса Аррена, который живет в гильдии магов, где-то здесь, в Винтерхолде. Как жаль, что он умер. Но я выполню его волю. Я стану магом. Ох уж этот леденящий холод. Как же ж тут холодно. Вот она. Вот она. Отец. Отец, я добрался. Гильдия магов Винтерхолда. Или, по крайней мере, то, что от нее осталось после Великого Взрыва. Я читал про нее. Но никогда не думал, что увижу ее собственными глазами. Волки мне не помеха. Те заклинания, что я уже освоил, они достойны уровня мастера. Надеюсь, тут мне помогут. Ибо от меня отказались в имперской столице, сказали, что я слишком опасен. Надеюсь, тут талант мой увидят. И найдутся люди, которые помогут мне контролировать эту силу. Надеюсь, мое имя в Скайриме запомнят. Надеюсь, что запомнят. Ух да, я наверняка не представился. Меня отец назвал Гарусом. Не знаю, почему он выбрал именно это имя. Но я думаю, он что-то понимал в именах. Он много путешествовал. Знал многих великих людей. Он дал мне знания, благодаря которому я до сих пор живой. И это тот самый Винтерхолд, про который мне рассказывал отец. Не может быть. Это какие-то сараи. Ты куда это собрался, а? В трактир, конечно. Неуважение к закону. Куда неуважение ко мне. Когда отец мне рассказывал про Винтерхолд, я всегда представлял его великим городом, который лишь слегка был подпорчен взрывом. Когда-то это было столицей Скайрима. Но это все, что осталось. Все остальное забрало море. Господи, как же жаль. Я даже немного опечален. Надеюсь, в этом месте для меня это найдут. Что? Мех у тебя из ушей торчит. Ты что-то знаешь про мою ликантропию? Ты видишь тех воинов из Хаммерфелла? У них кривые мечи. Кривые мечи. Как жаль. Я думал, хоть кто-то мне поможет. Переходи мост на свой страх и риск. Путь опасен, а врата не откроются. Тебе не войти. Что ты здесь делаешь? Мой долг помогать тем, кто ищет мудрости в коллегии. И если мое присутствие поможет отвадить тех, кто хочет причинить нам вред,
тем лучше. Более важный вопрос – зачем здесь ты? Я один из сильнейших магов Светлой Долины. Мне можно войти в вашу коллегию? Возможно. Но что ты хочешь найти внутри? Я властелин огня и льда. Я разрушу все этими силами. Понятно. Эта сила действительно существует, поверь мне. Применяй ее достойно, и немногие устоят перед тобой. Думаю, в коллегии есть то, что ты ищешь. Вопрос в том, что ты можешь предложить коллегии. Внутрь не пускают, кого попало. Претендент должен продемонстрировать определенный уровень владения магией. Небольшой экзамен, с твоего позволения. Я пройду твой экзамен. Отлично. Стандартное заклинание для мастеров школы разрушения – это огненная стрела. Порази ею печать на земле. Этого будет достаточно. Ладно. С нетерпением жду этого. Хорошо. Много знаний у студентки есть. Отличная работа. Я думаю, наша коллегия будет гордиться таким пополнением. Добро пожаловать, ученик. Я проведу тебя по мосту. Когда войдешь внутрь, поговори с Мирабеллой Эрвин. Она имеет титул мастера-волшебника. Пожалуйста, иди за мной. Хорошо. Там кто-то стоит? Или мне кажется? Скорее всего, мне просто чудится. А вы не боитесь ходить по таким мостам? Или вам подвластна левитация? Но все-таки, вы же скайримские маги. Наверное, вы и такое умеете. Это все? Что ж, спасибо, а вы немногословны. Ты здесь недавно, да? Мы еще не общались. Это вы, Савас Аррен? Нет, сударь. Сударь? Как старомодно. Я Савас Аррен, архимаг коллегии Винтерхолда. С гордостью могу сказать, что здесь преподается и изучается почти любой аспект магических искусств. Ничего себе. Но я не потерплю каких-либо исследований или экспериментов, которые могут нанести предумышленный вред другим магам коллегии. Я достаточно ясно выразился? Да, я понимаю. Нет, это редкость. Конечно, иногда нужно идти на риск, но я пытаюсь избегать преждевременных смертей. Кроме того, нам нужно избегать дальнейшего ухудшения отношений со Скайримом. Спасибо, Сава Сарен. Я бы хотел поговорить про своего отца. Но прошло уже много лет. Наверняка вы его даже не вспомните. Прощайте. Это заклинания, которые блокируют магию. Да, конечно. Я просто пытаюсь понять, чем вызвано такое. Добро пожаловать в коллегию. Меня отправили к тебе. Опять ученики. Удивительно, в последнее время столько новеньких приходит. Итак, сначала тебе нужна одежда. Носить не обязательно, но, может, она тебе понравится больше, чем то, что на тебе надето. Я тебе быстро покажу, что у нас есть и где находится, а потом пойдешь на первый урок. Ну что, начнем? Как скажете, миледи. Чудесно. Следуй за мной и не отставай. Коллегия Винтерхолда существует в Скайриме на протяжении многих тысяч лет.
Ее зал стихий очень знаменит. Это главное помещение для лекций, практических занятий и общих собраний. Он находится над залом, а еще выше апартаменты Архимага. Формально он заведует коллегией, однако он очень занятой человек, так что ежедневными делами занимаюсь я. А теперь прошу, я покажу тебе общежитие. К сожалению, спасибо. Нам приходится придерживаться строгих процедур допуска из-за некоторых проблем с местными нордами. Мы не ждем настоящего нападения, но быть готовыми к нему никогда не помешает. Я понимаю. Красивое это было место наверняка. Но и сейчас оно не потеряло былую мощь. Боже, как я замерз. Как я устал. Быстрее бы упасть на кровать и поспать. А теперь я покажу, где будешь жить ты. Мы разместим тебя вместе с другими учениками. Скоро ты с ними познакомишься. Здесь ты будешь жить. Вот твоя кровать и стол. Пожалуйста, старайся уважать других. А теперь мы вернемся в зал стихии, где большинство членов коллегии собирается для лекций и практических занятий. Ни минуты отдыха. Что ж, хоть выпью. С дороги-то. О, боже мой. Мне кажется, я вырубился. Надеюсь, я не проспал свои занятия. Вначале ты будешь учиться у Толвдера. Он один из наших самых уважаемых волшебников. Мирабелла, вы меня ждали, спасибо. Простите, я наверняка перебрал с медом. Новая земля, Скайрим, после Эльсвейра, то так все необычно. Простите, я опоздал. Добро пожаловать. Мы как раз начинаем. Пожалуйста, садись и слушай. Итак, как я уже сказал, прежде всего нужно уяснить себе, что магия по природе своей непостоянна и опасна. Если ты не можешь ею управлять, она может уничтожить тебя. И уничтожит. Простите, я думаю, мы все это очень хорошо понимаем. Если бы мы не могли управлять магией, нас бы тут не было. Конечно, моя дорогая, конечно. Все вы обладаете врожденным природным даром. Я не ставлю это под сомнение. Я говорю об истинном контроле, о мастерстве магии. Чтобы овладеть им, нужны годы учения и практики, если не десятилетия. Тогда чего мы ждем? Давайте начнем. Тихо, тихо. Какое неуважение. Рвение должно умеряться осторожностью, иначе катастрофа неминуема. Но мы же только прибыли. Вы понятия не имеете о том, на что мы способны. Дайте нам шанс показать, что мы умеем. Я все еще не знаю, что ты об этом думаешь. Что нам делать? Безопасность важнее всего. Что ж, остальные ученики явно с тобой не согласны. Ой, не слушайте его. Мы можем, только дайте нам шанс. Ладно, давайте успокоимся. Давайте попробуем что-нибудь практичное. Продолжая тему безопасности, начнем с защитных чар. Я покажу вам охранное заклинание. И мы посмотрим, удастся ли вам с его помощью блокировать чужую магию. Хорошо? Да. Ты мне не поможешь кое-что продемонстрировать? Тебе знакомы заклятия обереги? Да, я их знаю, и мне довелось с ними попрактиковаться. Ну, тогда тебе будет совсем просто. Теперь встань, пожалуйста, вон там.
Я наложу на тебя заклинание, а ты блокируй его. Поехали. Сюда, пожалуйста. Становись напротив меня. Никто не должен оказаться между нами. И поддерживай его. Тебе нужно поддерживать заклинание, иначе оно не сработает. Я не хочу причинить тебе вред. Давай. Сюда, пожалуйста. Становись напротив меня. Никто не должен оказаться между нами. Стой смирно. Великолепно. Что ж, думаю, это отличное начало. Прошу вас, продолжайте упражняться с защитными чарами. Думаю, мы уже готовы к знакомству с некоторыми применениями магии на исторических примерах. Коллегия проводит интересные раскопки в руинах Саартала, неподалеку. Это великолепная возможность для обучения. Древний нордский могильник. Предлагаю встретиться там через несколько часов и посмотреть, что ждет нас внутри. На этом все. Всем спасибо. Интересная была лекция. Скайрим и Эльсвейр – полная противоположность. Но магия... Так это вы мои везде, одногруппники, да? Здесь недавно, да? Тебе уже удалось достичь успеха в экспертных заклинаниях Школы Разрушения? Ну, вообще-то да. Что, уже? Уже? Ну, Дзарга удивлен. И рад. Теперь у нас настоящее соревнование. Это хорошо. Похоже, тебе тут нравится, брат Джзарго. О да, Джзарго надеется найти реликвии, которые его сделают могучим магом. Лучше всего маленькие штучки, которые влезут в карман и которых никто не хватится. Понятно. Похоже, ты уверен в своих силах. Может, сразимся? Джзарго уверен в себе не просто так. Магическое искусство, обаяние и сильная воля. Дзарга достигнет успеха, в этом нет сомнения. До встречи. Недавно здесь, да? Ну да. Я надеялся, что здесь будут и другие норды. Но, увы. Почему в коллегии мало нордов? Большинство просто боится магии. Если ты не можешь прокрутить ее над головой и разбить ею пару черепов, норды не хотят иметь с ней дело. Понятно. Они думают, что магия для эльфов, для слабых. Только без обид. Ну, все довольно очевидно. Норды вообще не доверяют магии. Начнем с этого. А потом еще кризис Обливиона, который вызвали маги, и нынешние проблемы с талмарцами, эльфами и по совместительству магами. Наконец, не забывая о том, что когда большая часть Винтерхолда обрушилась в море, уцелела только коллегия. Благодатная почва для ненависти. Да. Я лучше пойду. Скайрим и Эльсвейр – полная противоположность. Вы Анкана, верно? Талмарец. Еще один ученик. Ты из тех, кто верит, что сможет изменить мир? Или твои запросы не идут дальше честолюбия? Уверяю вас, я буду наблюдать за вами. За всеми вами. Очень и очень внимательно. Как скажете, господин Анкана. Чем вы здесь занимаетесь? Я советник Архимага. Талмар желает наладить сотрудничество с вашей коллегией. Я всегда готов помочь Архимагу, если ему требуется совет. А, спасибо. Это ложь. Все ложь. Что бы она тебе ни наговорила, все до последнего слова ложь. Мадам, вы о ком? Фаральда. Не делай вид, что она ничего тебе не говорила. Я ее знаю. Я знаю, что она задумала. А что не так? Что мы с ней не поделили? Это она со мной что-то не поделила. Она просто чувствует свою неполноценность по сравнению со мной. По сравнению с моим магическим талантом, моей элегантностью и осанкой, моей непревзойденной красотой. Но ей до меня не добраться. О, нет. Я ей этого не позволю. Этого-то она и хочет. Пытается поколебать мою уверенность в себе, заставить меня сомневаться. У тебя паранойя. Это не сработает, точно говорю. Ну, как скажешь. Угу. Я думаю о множестве важных вещей. И тебя... Услуги по зачарованию предметов – одна из немногих вещей, что связывает нас с остальным. Уверен, тебе по плечу самостоятельно все выяснить.
А если не можешь, да, пожалуйста. До встречи. Ладно, Толдер. Мастер Толдер звал нас на раскопки. Давайте отправимся туда. Ночь не лучшее место для путешествий. Тем более Скайрим. Знаешь, это одно из немногих мест. Прежде чем ты начнешь расспрашивать, да, мои предки не мыслили жизни без магии. И нет, я не хочу об этом говорить. Да, я знаю, что в Винтерхолде проживало множество моих сородичей. И нет, меня не смущает, что теперь они все уехали. Еще вопросы есть? Нас не представили друг другу. Теперь я изучаю здесь заклинание колдовства. Это для меня сейчас главное. Колдовство тоже знакомая мне школа. Что ты знаешь о Псардале? Да, особенно ничего. Только что он очень-очень древний. Думаю, это был один из первых городов людей в Тамриэле. Спасибо. Угу. Продолжим наш путь. Это всегда чары и заклинания для тех, у кого есть к ним талант. Ой, я у вас, пожалуй, возьму новый капюшон. Спасибо, Толдер. И по ценам вы по-божески к своим-то ученикам. Ну, береги себя. Похоже, вот оно, то место, которое я ищу. Вход в гробницу Саартала. Но еще никого нет, пожалуй. Приляжу, я посплю. Несколько часиков. А. Ой. А все уже здесь? Ну вот, мы все в сборе. Войдем внутрь. А эти двое что, прогуливают? Это всегда... Хорошо. Когда войдем, держись рядом со мной. Там должно быть безопасно, но осторожность не помешает. Мне бояться нечего. Могу поверить, возможно, что на эти раскопки получено разрешение. Саартал – одно из самых ранних нордских поселений в Скайриме. И самое разграблено эльфами во время знаменитой Ночи Слез. О том, что случилось в Саартале, известно мало. Тут и правда безопасно. Для нас это удивительная возможность. Так, у кого-то есть вопросы, прежде чем мы начнем? Нет, вопросов нет. Чем мне заняться, мастер? Да. Может, ты попробуешь чем-то помочь? Я думаю, он будет рад, если ты найдешь еще какие-то магические артефакты в этих руинах. Хорошо. Подойдут любые зачарованные. Ну-ка посмотрим, чем займутся остальные. Итак, господа и дамы, вперед! Ветхие подземелья. Сырость. Я вас ищу. Вряд ли мы тут что-то... Что? Значит, ты из новых учеников, да? Да. Ладно, ладно, просто... Просто не мешай мне работать, хорошо? Я смотрел только часть этой секции. Ты можешь поискать в северных комнатах. Только будь осторожнее, ладно? Мы не хотим ничего повредить. Я понял. Ладно.
какой-то амулет. Что произошло? Что это еще за грохот? Все в порядке? Я не могу отсюда выбраться. Как же это могло случиться? Ну, в стене был амулет, теперь вот он. Правда? Возможно, амулет имеет какую-то важность. Ты можешь его использовать? Я попробую. Ты видишь? Стена как будто и за ним. Это связано с амулетом. Нужно быть осторожнее. Ты это видел? Вы только посмотрите. Кажется, он куда-то ведет. Что ж, посмотрим куда. О, как необычно и очень интересно. Толдер, мне страшно. Вы бывали уже зачем в таких подземельях? Печать? Что это за место? Я не знаю. Только быстро. Что? Подожди, ты кто такой? И послушай. Знаешь, что ты запустил цепь событий, которую нельзя остановить. Приговор не вынесен, поскольку ты не мог об этом знать. Приговор будет вынесен за твои будущие дела и за то, как ты справишься с опасностями, что тебя... Кто ты такой? Это предупреждение ты слышишь потому, что в тебя верит орден Псиджиков. Псиджики? Ты, маг, и только ты можешь предотвратить... Пропавший орден. Я читал о вас. И знай, что орден наблюдает за тобой. Толдер, ты видел? В тот момент я почувствовал что-то очень странное. Что это было? Появился какой-то призрак или видение, и он разговаривал со мной. Боюсь, я ничего не видел. Можешь описать, что произошло? Он сказал, что опасность впереди и об ордене Псиджиков. Орден Псиджиков? Это точно? Да, очень я уверен. Странно. И опасность впереди? Ничего не понимаю. Псиджики никак не связаны с этими руинами. Их уже давно никто не видел. Наверное, нужно заглянуть в эти гробы. Вот теперь, пожалуйста, осторожнее. Кто знает, что мы там найдем? Угу. Угу. Драугры. Отец рассказывал об этих тварях. Толдер! Толдер! Это просто поразительно. Я так понял, ты в порядке, да? Вот чёрт! Не подходите ко мне, отродья! Не видел ничего подобного в нордских руинах. Ты только посмотри на эти гробы. Тут нужен более внимательный осмотр. Я останусь и все тут изучу. А вот тебе стоит пойти дальше. Я понял. Попробуй найти что-то связанное с твоим видением. И будь осторожнее. Вдруг тут и правда опасно. В жизни не видел ничего подобного в нордских руинах.
Странный ты, Толдер. Сколько я не разграблял норских руин, я почти везде видел драугров. Силён. Палач! Гори, сволочь! Эти руины вправду опасны. Лишь испорченные книги. Ничего более. Как жаль. Может, Толдер ошибся? Может, псиджики были неправы? Что может быть опасного в этих руинах, кроме драугров? Я не знаю. Золото Каджиту всегда будет нужно. Вот тебе и сила огня и льда. Норды были очень предусмотрительны. Отец рассказывал, как открывать эти двери. В таких руинах всегда должны быть подсказки. И отец меня не обманул. Он был очень мудрым человеком. Кто посмеет еще выйти против меня? Военачальники? Боже мой, как... Если это рядовые охранники, то что же меня ждет в конце? Нет, нет, я не могу. Я не имею права. Отец говорил, что бы ни случилось, не применять ту технику. Вроде бы все так, как нужно. Подожди, мой мальчик, подожди. Вовремя я тебя догнал. Ты пропустил крутую вечеринку, Талдер. Это что еще такое?
Ничего себе! Только посмотрите! Сюда! Боже мой! Похоже, ничего не было. Отвлеки его. Я попробую вытянуть из него силу. Я стараюсь. Мастер, мои силы на исходе. Давай же. Кто ты такой? Грамота наложения печати. Часть амулета Голдура. Это не только я вижу, правда? Что это такое, Толдер? Совершенно уникально. Что мы нашли? Что это за место? Понятия не имею, но это поразительно. Совершенно поразительно. Нужно немедленно сообщить Архимагу. Он должен сам это увидеть. Лучше мне остаться здесь. Можешь вернуться в коллегию и сообщить Савосу Айрину об этой находке? Поспеши, пожалуйста. Почту за честь, Толдер. Что это все-таки такое? Я думаю, в этой штуке скрыта великая сила. И рано или поздно я ее заполучу. Что это за звук? Что? Что? Что манит меня? Неужели это правда? Неужели отец говорил правду? Как-то в детстве он мне рассказывал, что когда я вырасту, моей судьбой станет борьба с драконами. Но я думал, это сказки. Папа, кем же ты был? Что ж, дорогие друзья, вот и подошло, собственно, к концу первая серия моего прохождения гильдии магов. Я попытался войти в роль Каджита, который пришел в этот мир по велению отца, чтобы овладеть искусством магии. Я сам придумал эту историю, не знаю, как у меня получилось войти в роль и понравилось ли это вам. Что ж, оставляйте свои комментарии, пишите отзывы, буду очень рад почитать то, что вы думаете об этом. Всем спасибо за просмотр, дорогие друзья. Всем спасибо еще раз. Всем пока.